В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань. Об этом пишет The Sun. Ребенок был обнаружен спустя 3 дня семейной парой. Супруги хоронили свою дочь, которая родилась мертвой. В этот момент они услышали плач ребенка. «В какую-то секунду я подумал, что моя дочь ожила, но на самом деле голос исходил из горшка», — рассказал очевидец Хитеш Кумар. Пара немедленно вызвала полицию и скорую помощь. Девочку госпитализировали, в настоящее время она находится в состоянии гипотермии на кислородной поддержке, сообщили в больнице. Отмечается, что семейная пара, спасшая ребенка, сейчас рядом с ней. Супруги намерены ее удочерить. В мае на северо-востоке Таиланда собака обнаружила среди поля похороненного заживо новорожденного ребенка. Во время прогулки пес по кличке Пинг-Понг неожиданно начал лаять и рыть землю. Его хозяину Зани Зайка подошел посмотреть, что его заинтересовало, и обнаружил торчащую из-под земли ногу ребенка. Он быстро откопал его и доставил в больницу.